самостоятельные или совместные мастер-классы интересны тем, что можно посмотреть, что изменилось, в каком направлении двигается. А для себя я сейчас стараюсь понять состояние кудзуши, да, то есть выведение равновесия, и каким образом все это можно использовать к разговору о том, нет, потеряли вы захват, каким-то образом поменялась позиция вашего партнера, разговор о том, что сегодня уже разговор поговорили. А также кудзуши мы можем воспринимать в нескольких позициях. То есть существует три уровня: цюдан, чудан, гедан. А также и выведение. Самое сложное для меня на сегодняшний момент — это выведение именно чудан, где основной центр, основной вес находится. На сегодняшний момент самый простой и легкий, пока я так для себя определил, это уровень цюдан, так как если вы смещаете, скажем так, в районе 2, 3, 4 позвонка тела человека, то за головой идет и вся его масса. Чудан — средний уровень, достаточно сложный и устойчивый, поэтому либо происходит понижение, либо идет вовлечение в действие. Давайте попробуем вовлечение в действие. После этого разворот бедер, вне зависимости
стола. Еще одно движение. Ваш партнер всегда за вами. После этого рука идет по позвоночнику, по ощущению того, что как будто вы взяли за грудь. Вот здесь. А потом нужно движение максимально. Yeah.
забрали. То есть, по большому счету, есть пасти, которые вы можете использовать на одно и то же. Вы растянули, вы сжались и заблокировали. Спасибо большое.